с Холи Пал? Можно с Рейтриком, можно с Холи Палом. Я идти Дессер не хотел. Дессер искал Холи Пала. Ну я с нуля. Я полностью с нуля. Ну тоже с нуля. Сначала зап. Так, с рецептами порешали, давайте теперь знак. Что тут есть? Собаки, будете получать весь шмот. Что за фигнюшка? Джай получает весь шмот. И теперь знак. Блин. Нечестно, он звездочки. Так, хорошо. Сейчас я напишу. Он ему в ПМ написал до этого, слышишь, он так бы не смог быстро написать. Давайте вот такой вот знак, кто поставит, будет получать токены, там, хуёкины, всякую такую хрень. Ну вот, Пепер получает. Он опять его в ПМ написал. Конечно. Отвечаю, пацанов своих выгонит. Просто я не люблю разделять шмот, будете ему писать, он будет вам отдавать. Давайте, чек. Подтверждай готовность, Саня, чё ты, блядь, дрочишь там? Что такой значок могу ставить? Легко и просто. Палана, йоу, что вам не хватает? Дайте пристабал. Саншу, дай пристабал. Лапу порайду, дай. Рома, дай лапу порайду. Дессер, ты тут? Владислав. Без него убьем, давайте, чек. Славя, что тебе не хватает? Ты уже второй раз не подтверждаешь готовность. Лолана, йоу. Олежки не хватает. Да, два танка, можешь не спекаться. Три танка вообще-то. Карлит, спекнись в танк. Лана, ты тут? Скарлетт, спекнись в танк. Поставьте шкаф. Поставь шкаф и саману этого жри СПД. Тебе еще. Ну давай же СПД принимай пати. Да, мы идем 5 хилов. Больше ничего не спрашивайте. Все, идем 5 хилов. Как, какой спек, так и идите. Все. Вы заебали, я ФКшу тебя запустил. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Процающий Бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса Тире. Я видел и более достойных соперников в круге. Ты напрасно тратишь наших... Дайте Геру с пула только. Давайте погнали. Тут не стоит. Смотрим, сейчас на боль будет. Забирай, забирай, скажи. Он попал. Ой, ты танчишь правого, Скарлетт, ты танчишь левого. Потом счастливый из Войда заберет, Войд пробежится по рейд. Бедный
ясно, Лефа нет. Все, давай, Скарлетт, забирай. Скарлетт, ты спишь? Видно, ты спишь. Рома, поднимай. Сейчас пиво. Добивайтесь на бомбе. Звезду играем. Забирай, босс. Только отводи от лужи, счастливый. Двигайся назад. Брейк, не разворачивай босса. Куда ты двигаешься, Пал? Третий утро. Вот он. Шесть звезда. Отводи, отводи от лужи. От лужи отводи. Маш. Что тебе тут сказать, что танк тупо танчит, херово? Или что ты хочешь услышать? Или танк не умеет водить? Я это и так знаю, я просто заебался. Печать. Короче, я просто не хочу уже на это обращать внимание. Если человек тупой, то он тупой. Больше ничего не хочу сказать. Сейчас будет прыжок, и он будет бежать на какую-то цель. 432 хп. Смотрите, центр, не бегите только. Джей на тебя бежит этот. Прыгай, катай, отбегай.
Александр, не бегите к нему. Теримка, вернешься и завязаешь отпрыг. Давай. Берса, блядь. Это не его берса. Его нет, Берси, его, простите, не поставил шмот. Сейчас поставлю лут. Ресники, пауш. Какой-то ВДВ ВК. Соло спекер захилит тут нормально. Я в ТД тоже. Кстати, шкаф сумлен человек. Нити кота. Джерин, маг или ШП? А, заходи. В принципе, и Хантом может зайти, то там КД упало, ну давай. Пацан. КД упало? Пеппер. Пеппер Зек. Ты что, зайти Хантом, да, говоришь? Каким хочешь, мне похуй. Я буду грузиться. А вот если КД упало, можно снова брать ЕП на ханта? Не знаю. Парами. Давай, что ты так долго грузишь? Перса. Фулл баф магу со старта. Я чекаю. Подтверждай готовность, тебя забафу. Пеппер, дай, пожалуйста, монорек на МД. И на этого. И на. Кто там просил монорек? И на кого? И приста баф. Давайте фулл баф. И по МК, что как?
Как хотите, ничего. Так я не у тебя спрашиваю. Суслик, йоу. А теперь, смельчаки, я приступаю... Стаки воруйте. Знаете, кварк, шаманы. Готовьтесь к забвению! Суслик, я тебе дал МК, пусть Йоул даст мне, и ты Йоулу. Магия интеллект. Йоул. Дай тогда мне МК. Суслик, дай мне МК, пожалуйста. А кто второй танк? Успула, дадите. Кто второй танк? Кто танк второй? Счастливый. Ну давайте. Перу шаманы. Смотрим, сейчас будет врата. Эти врата. Эти врата. Счастливого захил. Прорицатель, беги. Беги, ну что ты стала прорицательницей? Смотрим, кого там захилить, им да, захилить. Им сейчас кто-то опять побежит. Агрессивные люди. Руками играйте, а Саншу поедим на ХП. Убейте големов, сыграйте по големам точечно, а то они разбрасываются АОЕшным дамагом. У голема 13к, сыграйте в него точечно, ну блядь. Пеппер, беги, Джея захил. Добивайте босса. Забейте на врата, добивайте мост. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Смотрим, что тут. Утешение упало. Подлые собаки. Ройте утешение. Повелители демонов на воинов Орды? Туда выше попал. Альянсу не нужна помощь повелителя. Так. Пеппер же испугал Саншу. Пеппер. Не надо, братан, не надо, не надо. Бля, ты нахуя ты ножишь, заебал? Специально, чтобы тебя подрочить. Турнир продолжается. Так, кто может спекнуться в танк? Эй, Скарлетт, иди в танк, Чеславия, иди в танк. Зефилакс, иди в танк. Я запустил.
Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Оспекайся в стол. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайся. Не надо ничего включать, 4 данка. Тут 4 милика. Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, смотрим, что у нас тут есть. Значит так. Звездочку танчит Скарлет. Кружочек танчит Войд. Ромбик танчит Тщеславие. И счастливый ты танчишь. Счастливый ты танчишь этот треугольник. Это шаман, ты понял? Так, заливаем Лока. Где он проебался? Все заливаем крест. После креста заливаем череп. После черепа будем заливать. Скорее всего, полумесяц. Чек. А давайте, все готовы? Тяните Лока, бьем Лока по Шурику. Да, Лока надо бить, а не тянуть вар. Беги, малышка, беги! Саншу, не ставь маслом. Идите сразу череп. Лак пороги дайте. Дайте череп точечный, чтоб доты не хилили. Потом сразу Вилану будем бить, это полумесяц. Вилан. Вилан. У нее будете бить крест. Спам. Сразу крест бейте. Это Антар. Приз. Будьте бить этого. Беги, малышка, беги! Друид. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ты друида мага сразу убьёшь. Thank you.
Кровник сразу бей. Эти трусы, треугольник. А вот звездочку и кружочек добивать. Сегодняшних потерь мы стали слабее. Пикайтесь обратно. Только Скарлетт, останься в танке. Пали великие воины. Еще паролем чуть не упало. Жизненная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Саня, у тебя нет места, прости. Появилась, кидай, брать. Запущу эту хрень. Из глубин ледяной короны. Ну, уже запущу. Две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся. Взяли все черную, кроме счастливого, и Скарлетт, они берут белую. Тут сильно пробивает, так что надо хилить. Давайте чек. Пеппер, что не хватает? Пол, что не хватает? Так, все. Скарлетт, кулак дайте по ДК. Калк, дай кулак по ДК. Все, все готовы, начинать. Потом скоро спецспособность. Спецспособность 10 секунд. Хильте, Валь. Ничего не делаем, бьем эту же Валь. Ну, Скарлетта подымите. Че танки так проседают, хилы? Холипал.
Пусть скоро спецспособность. Взяли все белые, убьем черный. Выбор упал. Крути выбор. Так, что тут по ИПГП? Кто там выше всех? Левый. Так, Катеринка, Чеславе. Счастливый. Да, ну тогда забирай Чеславе. Дайте баф, помогу. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Лапу и пристабав дайте, пожалуйста. Теперь пристабав. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Ну и уже МП5 для комплекта. Мы нанесем удар цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я тебе заслужу успех. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Эй, Скарлетт, ты будешь слева танчить, а счастливый ты будешь справа танчить. Понял? Счастливый, ты знаешь, что делать на этом боссе? Да, забираем мобов. Мобов я скажу, когда бить. Мобов всегда ведем под босса. Сильно на пятой фазе не хилим. Санша, у тебя есть ШБ? Или нет? Как бы спекайся в ШП? Тут два шамана холи палы и друзы хилят. Сейчас 30 секунд биовка.
Скарлетт, ты танчишь тут слева, а счастливый танчит там справа. Ты тут, Скарлетт? Это чек. МД. Все, все готовы. Давайте на счет один начнем. Три, два, начинай. Вот. Я скажу, когда переключиться в трэш, бейте все босса пока. Давайте трэш. Ливый моб в рейде твой. В рейде, я не понимаю, ну что с тобой, протопал? Бейте, я скажу, когда трэш переключится. Против трэш. Дримцайн, йоу, ты. Стойте на пути. На пути не стоим. Бьем мелкий трэш. Кинь скот, пошел. Все по боссу заиграли. Смотрим трэш. Давайте собирайте трэш у босса. Речь, речь, речь. Ищи трэш у босса, соберите. Че он так долго? Бейте трэш. Шамана, давай. Как на фул рейд на где-то 30% держит. Пов, отводите вправо-влево, только далеко от хилов не уходите. Мани хапал. Так, счастливый моб твой в рейде. Ты на ману поешь, Саншу. Че, забили, на хил добивайте, босс. Я тебя вообще непонятно, что ты там говоришь. Я подвел тебя, господин. Шалакшир.
Сейчас зайду на ЕП.